Хай-хай! У нас сегодня социальный эксперимент. Хотим найти человека и дать ему 200 рублей и выкупить... На что он их потратит? Играла, как ты думаешь, на что он их потратит? Подожди, нам сперва надо человека найти. Человек, который нуждается. Как думаешь, на что он их потратит? Ну смотри, если мы ему захотим бухло и сигареты, то... Мне кажется, он что-то пожрать купит, ну как обычно. Что ты купишь? Пожрать куплю, там покушать, там все такое. А мне знаешь, оказывается, что он сделает? Мы просто, когда ему поставим какой-то вот фильтр своего рода, типа там алкоголь и табак нельзя покупать, он скажет, так а что я, блядь, куплю, кроме этого? Короче, смотри, если он пойдет, вот мы ему дадем бабло, там все дела, и мы будем идти по магазину, и он только возьмет себе каких-то сосисок, какой-то хлеб, какой-то ну такое, это самое банальное. И ты сразу вспомнишь свои времена, когда ты только переехал в Киев, когда ни бабла, ни хера не. Братан, я в свое время, когда мне не было бабла, я хуярил батон, майонез и мивину. Вот это было самое оптимальное. Нашли мы нашего героя сегодняшнего видео. Сейчас я вам его покажу. Найти его было, в принципе, несложно. Сейчас подойдем, спросим. Возможно, захочет, возможно, нет. Также хочу вам сегодня сказать, что со мной вместе Игорь Обзор. Ссылку на его канал оставлю в описании. Поэтому не переключайтесь. Смотрите, у нас такое предложение к вам. Вот мы проводим с ним, вот с другом своим, проводим социальный эксперимент. И вот мы хотим дать вам 100 гривен и сходить с вами в магазин. И мы хотим посмотреть, что вы на эти 100 гривен купите. Мы вот вам просто даем 100 гривен, вот просто так. И смотрим, что вы на эти деньги купите. Это не прикол, это не развод никакой. Ну, серьезно. То, что вы хотите. Кроме алкоголя и кроме сигарет. Согласен, да? Ну, вы согласны? Сейчас, ну, сельпо или... Можем сельпо, в любой можем магазин. Без разницы. Потом что будет, Маня? Ничего, вы все просто заберете все, что вы купите, попрощаетесь с подписчиками и все. Никаких заданий не нужно проходить, просто мы вам даем 100 гривен. Прикинься не будет? Не, вы что? Мы просто даем вам, либо идем вместе с вами, вы берете себе товар, и мы его оплачиваем, все. Ничего от вас не надо, просто посмотреть, вот социальный эксперимент провести такой. Что вам надо? Ничего. Нам ничего. Вот мы просто так хотим вам дать 100 гривен и посмотреть, что вы на эти 100 гривен себе купите. Там можно купить покушать, там... Попить, там, я не знаю, друзьям своим угостить, что-нибудь, без разницы. Подожди, у меня проблема не будет. Нет. По рукам. По рукам. Все, как пошли. Как вас зовут? Икром. Как еще раз? Икром. А что такое, что было? Это там одна пацана защищал. Ага. Пиздули получил. Вы получили? Я получил. Ахуй. А вы... Три человека, пацаны, одна человека бьет. Угу. А что мне защищать надо? Ну да. Надо. А вы сами откуда? Потом я сам Узбекистан. Узбекистана. Я этого человека защищал. Потом они меня начинали. Угу. А он, блядь, упал и скоро помощь забрал. А они меня не получили. Ого. Скоро приехал, а что такое? Я нормально. Угу. Просто я не вытащил себе нож. Конечно. А вы где-то... Я мусульманин, мне похуй. Если я вытащил отсюда нож, я порезал. Ну да. А вы где-то работаете или... Я здесь работаю. Ага. Нормально. А что, вы продаете, да, там что-то? Барахолка. А, на барахолку? Ну, тоже неплохо. Барахолка. Смотрите, берите себе или тележку, или что-нибудь. Все, вы себе. Берите все, что хотите. Но рассчитывайте на 100 гривен. Максимум 150. Так 100 или 150? Что мы нам брать? Берите все, что хотите. Покушать там, возможно, там водичка вам, сок, ну, неважно. Не, водки я не буду брать. Не. Кроме алкоголя. Запрещено. Все, вы себе выбираете, мы себе сзади. Там, это просто хотим сделать приятно. Не подумайте ничего плохого.
пиво не надо, да? Не-не-не, пиво нельзя. Это можно? Потому... Конечно. Все, что хочешь, кроме пива себе. Что решили меня, пацаны? Просто удача улыбнулась вам, можете так вот представить. Пацаны, я боюсь. Боитесь? Чего? Чего? Нет, я подставки не... я не люблю. Не, никаких подстав не будет, успокойтесь. Это пакет я возьму. Корзинка там ваша осталась на мясо, да? Набирайте себе, набирайте. Берите себе мясо. Да я такую вес, спинкой я беру. Я сам в улице живу. Сам откуда? С Одессы. Я с Узбекистана, где он на улице? Извините, пацаны, первый раз я попал. Ну ничего, будете знать, что есть хорошие люди. Первый раз попал, так. Какой пацан. Спасибо, не иду. Я сам узбек. Как вот тут у нас сидели пацаны, 3-4 человека. Одна человека бьет. А что мы наделали? Защищать надо? Конечно. Они меня начинают бить. Я у них знаю. А тут ребята, вы же охуели, блядь. 4 человека одного бьет. А двоих меня начинал. Я все равно я свой повод не даю. Ну да. Я все равно свой повод не даю. Так, смотрите, может вам майонез еще нужен? Это пацан лежит. Я думаю, он умный. Уберите, что вам еще надо? Может чай какой-то, сахар там? Крупы какие-то там, что-то не надо было? Не стесняй, масло, может, надо масло. Яйца, может, там, берите. Все, что... Давай я яйца. Берите. Сами выбирайте себе. Берите лоточек, не стесняйтесь. Халик, можно? Конечно. Можете еще что-то взять? Конфеты, печенье. Все, что захотите, берите. Сладкое, берите. Может, там что-то готовое хотите, какую-то картошечку. Готовую там, не хотите салатик. Молоко, может, какое-то. Молоко у меня проблема. Без проблем. Кефир я могу. Берите колбаску. Кефир либо... можете, берите кефир, колбасу, что-то. Нет, кефир можно. Берите. Конечно, берите. Можете колбаску сейчас.
Берите, спокойно. Берите, не стесняйтесь. Берите, ну, мне, вам приятно, мне будет приятно. Хорошо. Все, больше я ничего не беру. Да, ну идемте тогда на кассу. Мы вас замажем, не бойтесь. Все нормально. Собирайте продукты. У нас не обращайте внимания. Делайте свою работу и все. Это мои друзья. А? А, да, есть еще. Приговоры. Больше сигареты. Ничего. Берите сигареты. Какой? Ребята, мы вам долго общались. Все нормально, все нормально. 235-46. Карточка. Итак, ребята, сделали покупку. Конечно, немножко обошлось больше, чем мы ожидали. Покупка у нас составила 235 гривен, почти 500 рублей. Сейчас узнаем ощущения нашего героя. Не вытягивайте. В двух словах можете рассказать свои ощущения? Сейчас я иду. У меня друг на улице живет. Угу. Вот там два остановки, один остановка. Он меня ждет. Мы там костер делаем. Угу. Вот это мясо, вот тут колбаска. Мы будем кушать вдвоем. Это мой друг. Он белорус, я узбек. Я к нему я иду. Я без его никогда ни туда не иду. У нас приглашали на работу. Угу. У нас приглашали человек на работу. По 5000 гривен. Он плитчик, он вот угу. Эта фигня. Вот, а у меня разная работа. Я ему 7 лет дружбан. Угу. 7 лет я с ним дружбан. Я ему сказал, Валера Леонтьев, я его Валера Леонтьев называю. У него не Леонтьев, я его Валера Леонтьев называю. А у меня Икром Болтаевич. Он говорит, Икромака, у меня настоящее имя Икром. Он говорит, я не хочу туда идти. Он плитчик, а я разная работа. Хорошо, спасибо большое за внимание. Вам спасибо, ребята. Спасибо, пацаны. Все, без проблем. Как? Меня зовут Игорь. А у меня Икром. Игорь. Его тоже Игорь зовут. Игорь. Ну ладно. Все. Все. Я другу привет. Скажите, что вот есть такие ребята. Мы всегда где-то здесь живем, мы здесь где-то обитаем. То хорошо, есть, спасибо. Если что, судьба встретит там. Хорошо, спасибо. Встретимся. Спасибо вам. Все, до свидания. Спасибо вам. Хорошо. Все, до свидания. Хорошего вечера вам. Итак, честно, ребят, мне самому приятно. То, что изначально все планировалось в качестве видео, которое там, что может купить человек за определенную сумму денег. Но, как оказалось, все переросло немножко в другое. И в итоге мы своего рода, я считаю, помогли человеку, ну, по крайней мере, сегодня он покушает нормально. Вы сами видели, какая ситуация у него. И я надеюсь, что у него все будет хорошо. Если вам понравится данный человек, вы пишите в комментариях, возможно, я дальше сниму, как у него судьба будет происходить. Вот. И всем, кому понравилось данное видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Игорь Бондаренко и Игорь Обзор.
Всем пока!